Не нужно ждать осени, чтобы насладиться искусством. В Иркутске с 24 по 28 мая уже в 12-й раз пройдет международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала». Жители региона смогут вживую услышать оперных певцов высочайшего класса, которые выступают в ведущих театрах страны. Они исполнят арии из известных опер в сопровождении губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии. При этом масштабное культурное мероприятие включает и деловую часть программы. Так, в рамках открытия фестиваля было подписано сразу два соглашения о сотрудничестве. Их Министерство культуры Иркутской области заключило с «Газпром Добыча Иркутск» и некоммерческим партнером «Газпром на Байкале». При поддержке этих компаний будут организованы гастроли иркутских театров, в частности, в Жигаловский и Казачинск-Оленский районы. Также будет продолжено сотрудничество по другим крупным проектам в сфере культуры. Это продолжение сотрудничества, которое уже сложилось на протяжении многих лет. Есть возможности для развития, есть возможность для того, чтобы реализовать новые проекты. Сейчас мы уже наметили планы по организации гастрольной деятельности. Уже в этом году у нас, например, были гастроли театра кукол «Аистенок».